Яйцеклетка, которая со временем превратится в малыша, готовится покинуть яичник. Пройдя вниз по маточным трубам, она встретится со спермой. Зачатие произойдет только через 14 дней, но начало беременности рассчитывает всегда от первого дня последнего менструального цикла. Поскольку яйцеклетка живет лишь 24 часа после овуляции, оплодотворение должно произойти как можно скорее. Несмотря на то, что в яичниках женщины находится много яйцеклеток, в процессе овуляции обычно высвобождается только одна. Во время овуляции яйцеклетка прорывается через стенку яичника и отправляется в путь по маточным трубам навстречу со спермой. Один из миллионов сперматозоидов оплодотворяет вашу яйцеклетку. Из ДНК мамы и папы создается новая клетка – зигота. Сразу после этого начинается стремительный рост. Зигота делится снова и снова, превращаясь в сплошную массу клеток, которая называется марула. Бластоцисты имплантируются в эндометрий. Клетки, образующие бластоцисту, делятся на те, которые станут эмбрионом, и те, которые превратятся в плаценту. Клетки продолжают стремительно делиться, формируя зародыш. После имплантации клетки эмбриона начинают делиться на зародышевый диск и три первичных зародышевых пласта. Из первого пласта формируется система пищеварения, печень и легкие ребенка. Из второго – сердце, мышцы, почки и кости. Из третьего – нервная система, волосы, кожа и глаза.